благодетельница Аайла, учили нас милосердию, состраданию, помощи ближним, тем, кто нуждается. Быть неравнодушными, не оставлять людей в беде одинокими. Расставить наше сердце. Это на самом деле большая благодать помогать. Я никогда бы не подумала, но начала и прямо остановиться не могу. Очень мне нравится. Благодарные лица, благодарные глаза. Женщина прямо до слез радуется, что кто-то про них вспомнил, что помогли, они даже не верятся. Передаем пакет продуктов от Валентине Владимировне. Ага. Благодарю за пакет, за все это Айву. Ага. Спасибо большое. Вот мы передаем продукты тоже замечательно. Ага. Спасибо, милые мои. Спасибо, я очень благодарна вам. Спасибо. Дай Бог вам, чтобы вы вот так же вам помогали в старости, как нам теперь помогает. Правда, правда. Спасибо вам большое. Благодарю благодетельницу Айву за оказанную помощь. Спасибо вам большое. Дай Бог вам здоровья. Всего вам хорошего. Передаем пакет продуктов Юлии Гавриловне. Спасибо. Благодарю вас. Бабушка от всей души благодарит благодетельницу Айву. Спасибо большое, что беспокоитесь о пенсионерах. Она просто потрясена такой неожиданной помощью. Творите и вы добро. Поверьте, вам понравится. Ваше сердце откроется. Глядя на такие глаза, невозможно оставаться равнодушным.